30 марта на территории Московской области по поручению губернатора начали выдавать продуктовые наборы школьникам, имеющим право на бесплатное питание. В числе первых в Пушкинском округе школьные обеды на дом поступили в третью школу. 2 апреля их начали раздавать родителям учеников. Поставляется ежедневно в несколько школ. Как только продукты поступают в школу, руководитель образовательного учреждения через классных руководителей доводит до сведения родителей график поставки. Такой продуктовый набор рассчитан на 10 дней. Собирает его для школ комбинат питания. С понедельника он начал комплектацию и отгрузку наборов в учреждения. Все эти продуктовые наборы состоят из тех продуктов, которые были согласованы и одобрены органами Роспотребнадзора. В целях безопасности в период карантина, в период самоизоляции, приняли решение комплектацию данных наборов производить на территории комбината питания и уже централизованно машинами поставлять в учреждения, а не собирать эти наборы каждое отдельным учреждением. Значит, все сотрудники, которые привлечены у меня к комплектации данных наборов, ежедневно, утром, перед началом работы, в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, измеряется температура тела, общее состояние здоровья проверяется. Значит, это контролирует у меня там главный технолог. Все сотрудники, которые также участвуют в этой комплектации, обеспечены спецодеждой, масками, перчатками. Продуктовые наборы отличаются. Есть несколько видов. Это либо завтрак плюс обед, либо только обед. Содержимое набора зависит от того, какое бесплатное питание получал ученик. В третьей школе приготовлено чуть более 500 таких наборов. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.